Здравствуйте, уважаемые подписчики! Посмотрите, что я нашел на опушке леса. Вот эти вот нежные, так скажем, метелочки, такие вот нежно-малинового цвета, перед вами не что иное, как душица. Пряное растение. Собираем его для чего? Вот эти вот соцветия. С тем, чтобы высушить. И добавляем в чай. Очень хорошо ароматизирует. Ну что ж, покуда она еще цветет, давайте с вами наберем душицы. Ну все, аромат пошел замечательный. Ну вот такая вот она, душица. Спасибо всем за просмотр.